иногда можно такое видеть, что начинающий преданный, чувствуя ну, буквально взлет благодаря тому, что он пришел в сознание Кришны, во-первых, облегчение очень сильное и огромное вдохновение, потому что ему раскрывается смысл жизни, раскрывается, дается доступ в такую сокровенную сферу принуслужения, столько эмоций, столько красок, столько всего нового. Это буквально и столько, и это все блаженное, да, то есть преданные с любовью танцуют, кормят просадом, то есть столько счастья возникает. И хочется вообще улететь, и никак не хочется идти, вот опять копаться в этой своей жизни, решать какие-то проблемы там. Вот иногда преданные начинают пренебрегать своей жизнью, своей семьей даже порой, своими родителями. И, конечно, у них через некоторое время накапливаются там проблемы, и потом это ну, как возвращается им. Им приходится решать потом гораздо более запущенную ситуацию в своей жизни. Поэтому советуется таким преданным все-таки принять руководство более опытных преданных и советоваться с ними. А опытные преданные должны видеть, что происходит да, с начинающими преданными, и подсказывать им. То есть в этом заключается сострадание, да, то есть сострадание или помощь более младшим преданным, помочь им увидеть также реальность и задачи, с которыми преданный должен работать. Здесь вот, наверное, сочетание такое будет хорошее, если преданные, они общаются с более зрелыми преданными, которые с одной стороны, помогут поддержать в них вдохновение, а с другой стороны, защитят их от того, чтобы это вдохновение не потерять. Если преданный правильно развивается, то вдохновение, оно будет сохраняться, и преданный будет развиваться, просто будет становиться все более и более зрелым. Но если он пренебрегает чем-то, то тогда могут потом наступить сложности серьезные.